Значит, это мы сейчас здесь у Анжелики, Анжелика, да, Анжела, вот, то есть повторно, привезли все, что нужно было, да, вот то, что вы хотели, то есть вот это вот дерево кошачье, но его можно поставить или уже все? Оно прикручено к стенке, его никак А, не понятно. сдвинешь. Ага. Так, теперь, значит, а комплексы какие-то еще? Нету. Пока нету. Пока Но нет. они заказаны вообще-то. Да. Просто, наверное, попозже будут. Кошки сейчас здесь ходят. Душновато, но на улице так. Тут уж ничего не сделаешь. Если Окна все сквозняк открыты. никак нельзя открыть их нигде. А у нас окна и там открыты, и тут открыты. На втором Ну, этаже тогда не открыты. терпеть только. Ну, А что чуть-чуть делать? останется. Там вентиляторы, там кондиционер Да. работает. Вот. Ну, кошечки тут встретили меня раз, два. Ну, тоже им жарко, они, конечно, вялые, это понятно. Сейчас пойдемте Они тогда на кушают. кухню. На кухне вот она лежит. И, конечно, жарковато все, но так ничего делать-то. Ну, привет, котик хороший. Все, я вам не мешаю. Она ела, а она до этих. Что у них сегодня на завтрак? Паулиночка, можно, да? Можно? Я потихонечку. Да, тебя никто не трогает, никто. Лежи. Выздоравливай. Ну вот, мяукает она, что-то тут. Да, Вроде как теперь. дружелюбно мяукает. Да я Нет? тебе еще насыплю. Это она уже дерется? Да. Я хотела тарелку взять, насыпать ей мясо. Ага, ну другую Давайте тарелку. другую, да. Она свою тарелку защищает. Надо же какая. Вот еще пришла, вот тут она, киса пришла тоже. Ну сейчас. Они едят на кухне или в комнате? Нет, в комнате. Угу. Пожалуйста. Вот ей дали. Это курица у них. Да, тут и Филе. курица, и немножко у меня была говядина Угу. со вчерашнего дня. У меня остался кусочек, Угу. я порезала сюда же. Угу. Угу. Так, это у них порция такая, да? Ну Ну, да. грамм 100-то точно есть. Как Конечно. они Но едят? я очень сейчас хуже стали есть. Жарко. Жарко. Да, если раньше они мне 3-4 раза в день ели, а теперь 2 раза, днем не кушают. Ага, ну и не надо, Да. конечно, раз так, что дали ей еще поесть, хотя она ела, потому что она прямо Пошлите, пошлите драться дальше. начала, что ей не дали. Кушай, кушай, кушай. Здесь, значит, Фауст и Дормидон, Дормидонт. Раз, два, три тарелки. Ну, ешьте, ешьте, все, мы пошли. Пошли. Хорошо он кушает. Угу. Так, ну что. В прошлый раз я вас всех трогала. Ты худенькая, конечно, киса. Киса вроде неплохо Сама ест. худенькая у нас это Стася. Да, я помню там Да, вообще. здесь Стася и Шекспир. Так, худышка, ты как сейчас? Вот она ты такая. Вот она какая. Да, ну тебе кушать принесли, кушать. Она такая. Ну, в общем-то, это вот контактная, Да, нормальная. Пойдем. хорошая девочка. Пойдем, красивая она кошка тоже, да? Как у нее аппетит? Хорошая. Да, маленький привет. Привет, мой хороший. Привет. Да, тебя поглажу. Ты плохо поел. Да с чего ж ты поправишься, если ты так плохо ешь? Ну с чего? Значит, здесь вот два кота, Владислав и Дормидонт. Они живут с Анжеликой в комнате. Вот он, красавец сидит. Вот он. А что ты там? А все они там, по-моему, съели. По-моему, почти все съели. Вот они. Дормидонт и Владислав. Владислав. Вот они двое, как они играют. Вот и, господи. Вот они. Скажи, хотим лежать на одном. Вот они. Вот они. Ну, не Ну, сейчас дерутся. начнется. Сейчас войдут в кураж. Ага. Так, ну что, Вот там Паулина. вот сюда вот нужно ступенечки. Ага. Видите? Ух, таких я вот не видела. Паулина на кухне живет. Но она так тихо, спокойно. Сейчас вот я подошла. Она тут лежит, там спит вон под столом. Вот, сейчас я покажу. Ну, здесь не так жарко. Здесь, в принципе, везде душно, но терпимо. Вот она хорошая, вот она маленькая, только такая красавица. А, ну скажи, чего вы ко мне лезете? Вот она, глазки-то у нее, смотри, какие.